Ты понимаешь, в чем дело? Вот эти шапки, они же за счет фактуры, они все равно будут классные. И даже если здесь будут какие-то огрехи, да, вот в раскладке, там не такая тонкая, а не такая пластичная, не такая равномерная. Мы вот за счет того, что мы используем целую кучу всяких материалов, да, мы дадим вот возможность все равно получить качественное изделие. Оно все равно будет красивым и классным. А не бывает такого, что ты пережужжала? Нет, не бывает. Ну, если только машинку на всю ночь оставишь. Запрограммируешь движение. Была бы такая. И при этом, чтобы двигалась, как вот эти вот пылесосы уже, знаешь, поставила тебе там. Прожужжал, такая повалял, ты проснулся, уже все готово. Ну вот смотри, сейчас вывернем. Эта шапка и вообще эти вещи напоминают или фильм «Великий Гэтсби», да, где они все ходили такие красотки, все люрексов, да, там в каких-то мехах. Или вот времена Непа, тоже вот такие шапочки, да, платьишки какие-то такие. Это вот прямо такое очень девочковое. Да, тема прям про девочку-девочку. Ой, класс! Шамаханська царица. Она прям живая. Ну вот, собственно говоря, да, наша шапочка. Опять это все очень волнительно. Хочу вывернуть и посмотреть, что же там получилось. Видишь, смотри, какой миленькая. Ну а тут вообще золото-бриллианты. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Красиво. Мы реализуем две цели, которые будут очень важны для новичков. Мы и учимся раскладке, и в любом случае получаем хорошее изделие, чтобы человек, который только начал работать, у него не опустились после мастер-класса руки. То есть главное, чтобы человек получил классное изделие, вдохновился и сказал: «Вау, у меня это получилось, я могу это сделать, и я хочу идти дальше». Вот это самая главная цель мастер-класса.